Всем приветики! Мой очередной день в Киеве, который я проведу вместе с вами. Вернее, вы проведете вместе со мной. На улице довольно тепло, но все же весна, она такая непостоянная. То дождик, то солнце, то холодно, то жарко. Конечно, на улице уже почти все деревья выпустили свою листву. Начинают, по крайней мере, выпускать. И я хочу провести максимально этот день на свежем воздухе, на улице. Поэтому сейчас одеваюсь. Беру вас с собой и идем на мою прогулочку. Так что, кому интересно, конечно же, оставайтесь. Ну, а я погнала. Так. Думаю, мне так будет не холодно и не жарко. Погнали! Я уже на улице, и у нас с каждым днем все теплее и теплее. Уже практически распустились листочки на кустах и деревьях. В общем, весна полным ходом. У меня есть несколько важных дел. Сегодня я выходная, поэтому повалялась подольше, покушала и вышла по своим делам. Нужно зайти кое-что уточнить у нотариуса, сходить, как всегда, в магазины. Может, на рынок, может, в парк зайду. В общем, буду вам все показывать. Так что включусь немножечко позже. Посмотрим, какие цены актуальны на сегодня в Киеве. И, проходя мимо цветочного, не могла не остановиться, полюбоваться цветочками, вам показать. Смотрите, какие колокольчики красивые. Но я обратила внимание не на анютиные глазки, да, по-моему, так они называются, а вот эти. Смотрите, какие они странные, пятнистые, как будто бы... Знаете, такие цветы, которые мух ловят, приманивают своим запахом. И кажется, что они прям все в 3D объемные. Не знаю, какая стоимость их. Но я так понимаю, это уже готовится к рыбкам. У кого, когда они, я не знаю. Такой вот велик стоит. И продается множество цветов. Красивые. И розочки. Ну, цены, конечно, на цветы у нас немножко, как мне кажется, завышены. И не успела выйти из дома, у нас повитрена тревога. Пройдите в укрытие. А бабульки продолжают продавать свою продукцию. Что там, тревога, нет? Да, тревога. Тревога, да? Ой, эти нарциссы. Начали продаваться. А сколько коштует? 10. 10 гривен штучка. Це садить, посадковий матеріал. А, зрозуміло. Яєчка домашні. Цитинамбур. І 3 кілограми. За 3 капки. По 10 от там. Заберіть весь. 10 гривен за кілограм. Да. Ну, вже мужчинка покупає. А напишіть їх, ви готуєте там топінамбур? И купим на вкус. Зеленушки много. Ой, сок березовый. Нет, дякую, я его не пью. А цены на овощи постоянно с каждым днем все ниже и ниже. Если... Ой, красивые, да? Если, допустим... Огурцы были по 180 еще неделю назад, то сейчас они по 80, по 75, по 65. А на вот таких раскладках еще дешевле цены. Вот такие коктейльные помидоры 115 в магазинах, здесь 90. И перчик 100. Сколько? По 100. А везде почти по 200. Спасибо. Напишите, покупаете вы овощи, фрукты на раскладках или все-таки в супермаркетах? Так, тревога, тревога. Воют сирены. Ну, я надеюсь, вам их не слышно.
потому что звук просто ужасающий. К нему привыкнуть сложно. А вот то, что я говорила, Ривенский урок. Уже такие красивые, как прям малосольные можно делать. 85. Но уверена, что завтра они будут уже не 75, а послезавтра 65. И клубничка дешевеет. Начинали с цены с 300, а сейчас уже 160. Так, перчик на 2 чупа-чуп. Капуста 75. Тоже с каждым днем все дешевле и дешевле. Люблю походить по таким маленьким рыночкам, посмотреть цены, посравнивать. И вы знаете, если есть время, походить по разным точкам, по разным магазинам, а у меня на районе этих магазинов, маленьких супермаркетов, ну, большое количество, до 10 штук прямо вот в моем районе. Поэтому что-то можно купить дешевле в одном магазине, что-то в другом. Ой, уже ягодки вон 800 за килограмм получается. Да, недешево. Ну, а я бегу дальше. А редиска вообще уже по 40. Есть крупная по 60. Скоро, наверное, уже гривен по 30 будет. А вот нарциссы нашла по дороге, бабушка продает. 5 гривен штучка, ребята. Так что, если успею, буду идти назад, обязательно куплю. Спасибо. А сколько тут штучек? Вот тут 25. 25. Ага. Ну, красиво дома поставить. Конечно. Какая будет красота. Все, дякую. Удачи вам. Но я, наверное, не успею. Бабушка сказала, что до 6 максимум. А мне еще надо кое-куда забежать. Прохожу еще один небольшой рыночек. И здесь небольшая реконструкция. Я надеюсь, вам интересно смотреть цены на продукты, допустим, в Киеве. Потому что цены на одежду, ну, наверное, вряд ли кого заинтересуют. Но я очень давно на рынках вещи не покупаю. Не знаю, почему. Для этого есть, мне кажется, магазины и интернет. Не пойду я внутрь. Буду идти туда, куда мне уже нужно. Пока телефон не буду выключать, посмотрю, что же здесь еще продается такого необычного. Но рынки и раскладки вот такие типа бабушек нравятся тем, что можно купить абсолютно другие вещи, чем их можно купить в магазинах. Вот такие закатки даже продают. Перчик, аджика, малина, авокадо. Ух ты, какой гранат красивый. Смотрите, какой цвет. Ну, вы сами понимаете, что это рынок, и ценников здесь вы почти не увидите. Зелень свежайшая. Ой, бурячок красивый. Надо купить, будет сварить борщик. И тут клубничка. Уже полным ходом давным-давно продается. Цветочных магазинов огромнейшее количество. Не знаю, так пользуются цветы спросом. И тут нарциссы. Нарциссы, да? Боже, я уже забыла. Да. Но я хочу купить у той бабушки, если она меня дождется. 125 гривен. Это 3 доллара получается. Даже меньше. Да, 3 доллара букетик из 25 штук. А я, естественно, не могла не зайти в свой любимый Рошен. Я как-то в сторис вам показывала его. Здесь классные, классные вообще инсталляции. Но так как сегодня очень солнечно, поэтому все стекла отсвечивают. И всю эту красоту можно будет увидеть уже при включенных витринах. Но сейчас, кстати, все стоит на месте. Обычно это все двигается, шевелится. Но я хочу зайти внутрь и посмотреть. Возможно, какие-то акции есть. И купить вкусняшки, шоколадки по акции. Олегу привезти как-нибудь в подарок. Он это дело любит.
вот уже только я зашла, и сразу витрина с акционными продуктами, чтобы вы понимали, вот такой темный шоколад черный я беру Олегу, 56%, и он вместо 45, 32,5. А в новости, чтобы вы понимали, в супермаркете они практически по 50 гривен. Ну, естественно, существенная экономия. Просматриваю и вам покажу. Шоколадные зайцы огромнейшие, 400 гривен, это $10. И вот такие шоколадные перепелиные яйца. Внутри вкусный желтенький крем такой сливочный. 157. А зайцы здесь просто огромнейшие. Крутые магнитики, типа в виде шоколадок. Вернее, это шоколадки в виде магнитиков. 190. Подарочные наборы. В общем, это самые вкусные сладости и шоколад, которые вот, ну, я пробовала. Акция на вафельки. Здесь конфеты в разнобой, на развес можно купить. Вкусные. Олег, кстати, любит вот эти смоктушки дюшесовские. Вон они с той стороны. Потом покажу. Девочки красиво, чистенько одеты, всегда вам помогут, подскажут, взвесят товар и упакуют. И вот он, знаменитый вечерний Киев. 345. Большая коробка, 325 грамм. И за 230 маленькая. А вот смотрите, какие красивые арахисы разные в шоколадках, в глазури. Прям, я такое не люблю, но глаз радуется. 80 гривен за 100 грамм. Берете стаканчик и насыпаете себе какой хотите. Рошен начали делать масло сливочное. Вот сейчас тоже акция на него. И сгущенка вкусная. Олегу привозила, он просил привезти еще. Конечно же, я сейчас ее куплю. Ну и хочу показать вам самый известный киевский торт. Напишите, продается ли он в вашей стране, в вашем городе. Очень интересно, какая на него цена. Потому что эти торты продают, я 100% уверена, по всему миру. И киевский торт маленький стоит почти 300 гривен, вот такой вот 450 грамм, а большой практически 500 за 850 грамм. Он с фундуком идет, и это визитная карточка Киева, Украины, я считаю. В общем, буду делать свои покупки. Еще хотела вот такую витринку показать на развес и посоветовать, кто не покупал и не пробовал, вот такой вот брауни. Именно брауни, не в шоколаде молочном десерт, а брауни. Он обалденно вкусный и стоит 339 за килограмм. Две штучки берете, получается где-то на 100 гривен. Простите. Ладненько, включусь уже вам в другом магазине, скорее всего. Зашла в магазинчик, у нас такие есть, типа, как восточные сладости разные. Орешки. Покупаю семечки вот такие, смотрите, сырые, птичек кормить. Естественно, я купила еду птичкам. Я их люблю кормить, меня это как-то успокаивает. Мне нравится просто, что птицы останутся не голодными. По дороге зашла в обувь. В общем, я так понимаю, это тренд этого сезона. Балеточки в сетку. 2,150, 2,250. И вот они, смотрите, на всех витринах. Ой, а розовенькие неплохие, 2,200. Такие сандалики. 1800, делите на 39, нашли. Даже на 40 можете поделить, будет цена в долларах. Симпатичные, легенькие. Ну и выбор достаточно большой. И кроссовочки мне понравились, неплохие. Подошва толстая, 2,350.
чуть больше 50 долларов. Цены на мяско, салка, почеревина 140, ребро 160, сало уже со специями, стерно 160, 190 ошейк, лопатка и говядинка. Ого, 550 вырезка, но это дешевле, чем в новости, там она по 800. Будем знать этот магазинчик. Если нужно будет свеженькое красивое мясо, то приходить сюда. На самом деле таких магазинов по району очень много. В этот мне идти дальше, но возле дома есть точно такой же. Лапы. Это, наверное, собака берут. А, это мои головы. Такое огромное количество цветов роз продают прямо на улице, приходят. Но я не понимаю, вот, боже, какие красивые. Да, красота вообще. Коралловые. А сколько стоит? 50. Одна штучка 50 гривен. Чуть больше доллара. Боже, ну это же надо успеть все продать, оно же за 2-3 дня повянет. Она будет повянет и ого. Это все разбирают, да? Боже, красиво. Дякую вам. А это чайная розочка, тоже красота. Вот, ну, покупаешь розу, она 2-3 дня, ну бывает неделю там стоит. Но в основном она сразу через несколько дней уже вянет. Ну, хорошо, если продажи у людей есть. Но все равно я не видела, чтобы здесь покупали цветы ни одного раза. Так, здесь у нас можно выпить кофеечку. Эспрессо 23 гривны. Кстати, очень хорошая цена. Хот-доги, шаурма, тортики. А вот здесь, в этой, возле этой шаурмы, всегда стоит очередь. И цены, я ее не покупала 100 лет. Давайте смотреть. Маленькая стоит 80 гривен, это 2 доллара. Обычная 100 гривен. Большая 130, двойная 150. Пить можно, булки можно. Это куриная, кстати, была. Телятина 120, 140, 160. Хот-доги. В общем, как видите, люди стоят, значит, кормят очень вкусно. Зашла в Новус. В общем, получается, у меня такой влог о еде сегодня. О магазинах, о продуктах, о еде в Киеве. Яйца уже по 32 гривны за десяток. Меньше 10 долларов. Они такие малюсенькие. 3,19 за штуку. Но я всегда покупаю ясен свет с праздни велодни. В Новосе не беру, так как здесь цена на них 60 гривен. А ВТБ, по-моему, или 40, да, 49. В общем, 10 гривен разница золоту. Яиц, я считаю, существенно, чтобы не тянуть их из Новоса. Ну, конечно, выбор продуктов, особенно мясной продукции, молочной, в этом новости просто огромный. Есть второй этаж, там, где бытовая химия и спиртное. Я люблю посещать вот такие уголки со скидками. Ну, а почему бы нет? Вот цибуля, она 40% дешевле. Лишь потому, что она слегка проросла. Ищем рыбку по акции, но сейчас акции нету. Будем ждать. Всегда покупаю красную рыбу и стараюсь только брать по акции. Вот когда она будет в районе там 199, тогда я и возьму. Микорка какая красивая. Осетр продается. Мне так всегда жалко этих рыб в аквариуме, бедные просто. Они тут выживают для того, чтобы их потом убили и съели. А что у тебя с носом? Или это так надо? Что, разбитый или отрезанный носик? Зайчик, боже, как мне тебя жалко. Я бы тебя купила и выпустила, если бы тут было поблизости какой-то нужный подходящий водоем. Реально жалко. Пошла я от них в другую сторону.
А, еще раз хотела показать. Вот эта рыбка King Leap, да? По-моему, вот она. Пятнистая такая, вот. Говорят, что она со вкусом креветки. Я ни разу не покупала. В принципе, цена недорогая. Расскажите, напишите, она действительно со вкусом креветки? Наборчик для ухи. Форелька свежая, прям видно там, где блестящая, да? 329. Ну, а это уже немножко подгулявше. Мойва. Ух, сколько красной рыбки. Вишнючий лосось 1200 килограмм. Делим на 39, цена в долларах. Прихвосты лосось по 600. Классно из них варить суп или запекать, или даже жарить. Какая разница, прихвост это или стейк за 880. А еще покажу вам рыбный отдел с готовой продукцией, ну или полуготовой. Лосося огромное количество на выбор, и животики, и рулетики, и маринованные. Маринованная скумбрия, уже вижу, себя со здорадой разобрали. Матиус подорожал, 243 стал во всех магазинах. Был 160-180. И много вкусной селедочки. Мидии, креветки, гриль, кальмар, бунаги. Боже, сколько же у нас в Киеве, в Украине вкусных продуктов. По сравнению с Египтом, конечно, это небо и земля. Там, казалось бы, Красное море, да? Но рыбы вот такой, копчености особенно, но вы не найдете днем с огнем. Может, конечно, в каких-то определенных местах. А здесь это просто рай. Рай рыбников и мясников. Вернее, мясоедов. Вот это все хамоны. Вот это все колбасы. Пойду себе, знаете, захотелось мне генеральского сала. Ну и сыры. Тоже там 10-метровые прилавки. Сало. Вот оно прямо можно купить в вакууме. Вот. И такой кусочек на 115 гривен. Сало генеральское. А килограмм у нас 439. В отличие от обычного по 100 с чем-то, конечно, генеральское дороже. Вот оно. Ну, в новости обычное сало по 230. А еще я, наверное, голодная. Но вот зельц куриный обожаю с кукурузкой, морковкой и зеленым горошком. Я понимаю, что, наверное, у вас тоже в магазинах такой же выбор, и это вы все видели и знаете. Но, может, все-таки для кого-то будет это интересно. А тем более, вот сосисочную продукцию я давно не покупаю и даже не знаю, какие сейчас на нее цены. Ну, вот для вас поснимала и увидела, что сосиски в районе даже 302 за килограмм, я так понимаю, они хоть более-менее будут вкусные, чем сосиски за 100 гривен. Индюшечка, курица домашняя, курица магазинная, филе 167. И, конечно же, мясная продукция и кулинария в новости – это отдельная тема. Это не реклама этого супермаркета, просто здесь реально есть все. Полуфабрикаты, которые вы закинули в духовку или на гриль, да, и у вас уже жареный стейк или шашлычок. Почему бы и нет? Да, вы за это переплатите, зато вы сэкономите свое время. И выглядит здесь все всегда свеженько и чистенько. Свининка, рулька свиная. А скажите, у вас баранина бывает? Да? Бывает, баранина есть? Ребрышки, пекончик. Каре ягняты. 1000 гривен килограмм. Это все, что осталось, сказали. А нет, гумилка. Это голень ягнятины 160. Лопатка 300. 345 стейк. Ну, в общем, баранина есть. Дякую вам. И вот она, кулинария. Сленки текут, кукурузку продают гриль.
10 гривен за 100 грамм. Но такой качан, наверное, грамм 300 за весь, 350. Соответственно, получится в районе 1 доллара качан. Боже, я точно хочу есть, поэтому голодным это видео смотреть запрещено. Берите вкусняшки и потом только включайте. Тюфтельки. Бифштексы, мидболы. Это уже, извините, не тюфтельки, а мидболы. Котлеты, салаты, голубцы. Вот голубцов бы я съела, но крутить их так не люблю, и это так долго. Поэтому можно немножко переплатить и купить уже готовое. Даже можно купить готовый борщик или гороховый суп с копченостями. Ух ты, какая красивая запеканка. А, это омлет, паровой омлет. Смотрите, он прям в разрезе идеальный. Османские, а это киш, это не пирог. Раньше это были османские пироги. Сырники, салаты. Сейчас сезон редиски, поэтому вот в любом виде с редиской. А редиска, огурчик и сметана, да, ребята, как же это вкусно. 270 за килограмм, однако. И вот этот салат с манго и печенкой куриной тоже очень вкусно. Выбор, в общем, просто огромный. Но я буду уже на сегодня заканчивать эти видео с ценами из магазинов. А уже, наверное, покажу вам распаковку, что я купила. Тесто дрожжевое, 65 гривен, 650 грамм. И готовые уже расфасованные салатики, пиццы. В общем, я пошла домой, иначе я сейчас здесь куплю пол магазина. Все-таки в супермаркеты нельзя ходить в голову. А сладости и тортики, это я вообще молчу. Я настолько раньше была равнодушна к ним, а сейчас нет. Я практически каждый вечерок покупаю себе маленькое вкусное пироженка. Стараюсь, конечно, не брать кремовые, вот эти бисквитные, а что-нибудь такое мокренькое, сочненькое и вкусное. Нет, нет, еще хочу вам показать заморозку. Раньше, кстати, не было, по-моему, но сейчас в продаже есть вареные замороженные раки. Малюсенькие, по 30, по 50 грамм. Но они есть. Ого, раки варят на мороженое. Ребята, 800 грамм, 890 гривен. Как по мне, мне кажется, для раков это как-то дороговато. Я, конечно, не знаю, какая актуальная цена на них. 900 гривен. Это 1000 гривен килограмм раков. Ну, однако. А еще вот анчоусы замороженные. Как-то вам в Инстаграме показывала. Именно замороженные, сырые. Я привыкла, что они с сушеной рыбки соленой, да, идут. А здесь просто замороженные. Они настолько мелкие. Как их готовить? Хотя я догадываюсь, наверное. В Одессе мы с Олегом, когда бывали, очень полюбляли рыбку цацу, называется. Это маленькая такая тюлечка во фритюре жареная. Вот, мне кажется, эти анчоусы, наверное, туда и подойдут. Морепродуктов много, мидии тоже в Одессе любили заведение «Котелок», где кушали вкусные-вкусные черноморские мидии. Когда еще мы в Одессу попадем, неизвестно. И ребрышки, варенички, ну, как я уже говорила, сырники. 160-150 полкилограмма уже готовые, чтобы не мучиться и не лепить. Чебуреки даже есть. Разогрел и все. Ну, я еще буквально здесь 5 минуток похожу. И буду уходить. Иначе, как я уже сказала, куплю здесь что надо и что не надо. Осьминог целый, замороженный осьминог. Ё-моё, ладно, там морские коктейли я видела с осьминожками или бэби осьминожки, но здесь вот в таком виде без щупалец, так понимаю, или их закрутили туда,
продается осьминог. Цена за килограмм 850 гривен. Здесь кило 100, то есть вот гривен 1000 этот осьминог будет стоить. Но зато это диковинка. Тунец. Вкусная рыбка, но ее нельзя пережаривать. Полусырая, тогда она сочная. Все, выключаюсь. Я уже практически решила все свои дела. И снова прохожу возле Рошановского магазина. И хочу вам показать эти двигающиеся витрины, как в сказке. Они подсвечиваются. Так, здесь что-то изучают. И здесь реально круто поглазеть, посмотреть. Вон вам, пожалуйста, осьминог из волн выныривает. Тут кого-то он уже скрутил. Здесь афроамериканцы мучают собаку или кого это связали. Они, боже, какой ужас, что это такое за сказка. А там человек уже привязанный под костром. Тут котик трется с дедушкой. Музыка играет, но я надеюсь, все-таки я ее перекричу. Здесь у нас тоже такая витринка. Крокодил. Два штуки. Я подумала, что это, честно говоря, один. Ну и здесь. И такие инсталляции во всех практически магазинах Рошен. И они все-все разные. Но, если честно, задумка неплохая. Круто. Я уже дома, насыщенный был денечек, побегала по всему практически району, и настало время завершать это видео с рубрикой «Распаковка». Я знаю, кое-кому нравятся эти видео, как и мне, я обожаю смотреть блогеров, которые делают распаковки, что они купили. Примерную сумму посчитаю, сколько я потратила. Ну и естественно, конечно же, распаковку будет помогать проводить мне наш любимый кот Проша. Ему на днях, кстати, было 16 лет, так что принимаем поздравления. Ну и что же я все-таки купила? Давайте смотреть. Покупала я и в АТБ была, и в Новосе. А овощи с клубничкой я брала на базаре. Начнем. Как же не купить яйца? Это самая, одна из самых моих любимых ед. Любимая еда, любимый продукт. Каждый день я съедаю два яйца, могу даже и вечером, честно говоря, сделать себе омлет с какой-нибудь а-ля креветочкой или еще чем-то. Я стараюсь питаться ПП, правильное питание, но, ребята, все-таки иногда позволяю себе вольности в еде, которые я сегодня себе позволю. В планах было пожарить курицу на гриле. Всегда здесь жарю стейки, курицу, рыбку. Уже не понимаю, честно говоря, как без гриля раньше все обходились. Напишите, если у вас гриль, и что интересненького вы в нем готовите. Интересно будет почитать и попробовать что-то новенькое. Так как уже банальная курица, я покупаю бедра без костей и кожи, жарю, очень вкусно. В общем, интересно будет узнать новые рецепты. Позже покажу свой ужин, в конце видео, вернее, какие вольности я себе позволю. В планах был салат с курицей, но нет, будет у меня не курица. Итак, яйца, чтобы ничего не забыть. Хлебушек практически не ем, но он у меня дома всегда есть. Так как вдруг захочется кусочек сала или рыбки какой-то, типа селедки. А без хлеба я такое есть не могу. Так вот, кот голодный, я довольно поздно пришла домой, уже 9 вечера. Кушать сяду, ужинать часов 10, не раньше. Ну, такое бывает, ничего страшного. И на ужин у меня будет картошечка молодая с укропом. Олег, спасибо тебе большое, что позвонил и рассказал, какую вкусную в Египте молодую картошечку ты себе готовишь. И я давай задумалась, а если у нас молодая картошка, обычно она продается в принципе с февраля месяца. Но, ну нет, хотя я нашла 40 гривен килограмм. А потом случайно зашла я в магазин АТБ и увидела, что там такая же египетская картошечка по 32 гривны. Плох. Укропчик будет. Редиска.
цибулькой зеленой и огурчики молодые уже, ровно наши украинские, ривненские. 85 за килограмм, вот такие еще, хрустящие в пупырочку и малюсенькие. Редиска по 60 брала, делите на 39, будет цена в долларах. Цибульку, ну, не знаю, насколько получилось. Также у меня авокадо. Взяла твердое, оно полежит несколько дней и дозреет. Авокадо всегда кушаю. Кто видел мои тарелочки в инстаграме или на видео, тот знает. Хамон, бекон, боже, балык. Балык ВТБ по акции, тоже очень часто его покупаю. Тоненько нарезанный, очень вкусный. Особенно полюбляю с кислой капустой, с квашеной его кушать. Ну, вот такая у меня привычка. Маслинки тоже купили. Кстати, кот от маслин или любых оливок просто сходит с ума. Он ее может не есть, но он ее закатает, загоняет по всей кухне, через всю квартиру. Я потом их нахожу и под диванами, и под шкафами, и где только не нахожу. Ну, иногда балую. Напишите, ну, у вас так же самое, это все коты так реагируют или нет? Он все, он уже запах услышал. Наркоман. И картошечки у меня будет. Вкуснейший, нежнейший матиас. Кто не знает, это такая норвежская селедочка. И кто не пробовал, я вам настоятельно рекомендую попробовать. Бывает, продаются замороженные, но это как селедка продается. Он намного нежнее и вкуснее обычной селедки. Без головы продается, но кишки там потроха будут. Поэтому надо обязательно его вычистить и бумажечкой снять вот эти все шкурки непонятные. Попробуйте обязательно, его просто можно кусать губами. Даже вон кот заинтересовался. Я картошку стараюсь не есть, особенно на ночь, но иногда себе позволяю. Так же, как позволяю и борщ с куском хлеба, и салом, или что-то там даже сладенькое. Почему-то очень сильно захотелось воды минеральной с газами. Я всегда пью моршинскую без газа, всегда. А здесь именно захотелось, чтобы пузырьки почесали язык. Да, кот? Он взял себе маленькую бутылочку трускавецкой. Также у нас в Рошене я была, купила сгущенку. Ну, вы догадываетесь, да, кому эта сгущенка поедет? Угу. Кое-кто любитель сладенького Рошена. И также по акции сейчас шоколадки Рошен. Тоже парочку взяла. Ну, парочку, это так слабо сказано. Я взяла много. Сыр, кусок твердого сыра, типа пармезана, 105 гривен, вот такой кусочек, 12-месячной выдержки, вместо 135 гривен, сейчас акция тоже на него. Кот, извини. Сыр сметанковый, тоже акция, 60, что-то там, чи 40, я честно не помню. Селедочку взяла еще вот такую, но она пойдет в холодильник и, возможно, полетит. Куда-то потом. Сметанка. Так как я себе хочу сделать салат. Свежий огурец, редиска, зеленая цибулька и со сметаной. И обязательно должно это все порезано быть кружочками. Не знаю, вот так мне захотелось. Что тут еще? Вот. Конечно же, про кота я тоже не забыла. Вы спрашиваете иногда, чем я его кормлю. У него роял сухой. Каждый раз покупаю разные. Там и для зубов, и для шерсти. Ой, божечки, какой голодный, знаете. Сейчас будешь кушать, а он еще не кушал. Утром я ему даю пол консервочки. Вот покупаю не гурме, не вискас, ребята. Хорошую консерву беру. Дорогую. Такая баночка 52 гривны стоит. Ну, не экономлю на его здоровье. Или рояловские вот такие консервы. Да, он уже думает, сейчас будет кот кушать, будет. А вечером я ему даю, вот стоит кастрюлька, вареную курицу. Покупаю крылья, голени или бедра. На неделю ему варю, 7 штучек беру. И вот каждый вечер в этой желешке он любит застывшее, как холодец, знаете, вот этот. И он вот так у меня питается. Вроде бы все. А нет. Клубничку я аж, ой,
Да, вот у нас ходит по столам, мы ему не запрещаем. Так что пишите, не пишите, что это фу, кот на столе. Это мой стол, наш с Олегом стол и наш кот. Мы ему это позволяем. Вот она, клубничка. Красивая, вкусная, крупная, смотрите какая. И сейчас она у нас по 160 гривен за килограмм. Жарко что-то в этой курточке, пойду переоденусь. В общем, ребяточки, затянула я распаковку, но надеюсь, вам рубрика понравилась. Вам понравилось, что вы провели день со мной, а я с вами. Буду рада снимать для вас еще вложики. Так что тарелочку свою уже с приготовленной едой в конце видео покажем. И буду с вами прощаться. И как всегда, с вами были Олег и Валя. И Проша. И всем пока!